Всем привет, молодец, друзья! Вы на канале Alex86play, меня зовут Александр, мы продолжаем прохождение призрака Цусимы. Вот, он тут разговаривает с лошадью. Так, это кто? Это кто? Мы скакали к госпоже, как-то ее там зовут, Масака, по-моему. Здесь мы встретили чуваков. Что вы делаете? Сажаете рис? Здесь были какие-то бандюганы в прошлый раз. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Давай я тебе помогу вспахать. Вот так вот. Сажают рис. Вот. Тут что-то не знаю. Все погорело. Была битва. Здесь были монголы. Они все уничтожили. Вот. Так, смотрим. Ах, так тут еще и далеко скакать. Так, погоди. Мышка. Дурацкая мышка. А что, где горело штука, что я не понял? Это понятно. Это непонятно. Это понятно. Ладно, поскакали. Но здесь, по идее, в принципе, ничего не должно быть. Такого. Быстрее, так, Сора! Так, спокойно, Сора, не надо быстрее. Смотрим. Мы смотрим. Лес. Да. Так. А что за факела-то? А что за факела? Так, погоди, а чё я так далеко сижу? Ну-ка, спокойно. Ну-ка, да что такое-то, погоди? Что-то мне тут мешается. Что-то мне тут мешается. Так, здесь мы тоже были. Эй! Хэ! Эй! Я помню, куда сай. Бля, да чё за бомжи-то опять? Я это. Да иди ж ты на! Вы чё, бомжары? Посрать я хотел. Вы чё, бля? Это кто? Чё происходит, пацаны? Пацаны? Что-то оккупировали, бомжи, блин. Они ж не военные. А какого хрена они тут? Хозяйничают. Где бомж? Сука, он только что ездит-то был. Сюда иди. Так это монголы? Какого хрена монголы тут делают? А, это те же самые, что ли? Я просто вернулся сюда и... Бля, ну не сработало. Апули кучичу. Так вот здесь много-то, я не понял. О, здорово. Оп. На, собак сутулая. Как я такой? Все или еще? Что-то вас тут прям много развелось. Это было, да, самое начало. Так, вы еще здесь живете, что ли? Вы типа отсюда не ушли? Аж какого ж хрена-то? Так, ну я так понимаю, мы в прошлый раз здесь были, здесь вроде... Бля, ну ты, слышь, ты что тут делал-то? Извините, я не хотел. Но я его не в спину убил, ни в коем случае. Так, так что надо, походу, зачищать все. Вы это, разрежьте его на куски. Тень,
Ушел! Ушел! Тоже! Отчихна! Ах, чихна! Так, это типа специально сделано для того, чтобы мы отомстили. Когда мы были бомжом, мы не могли им отомстить. Здесь где-то есть здание, где мы как раз таки... Так, сейчас, секундочку. Сяду поудобнее что-то. Так, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Короче, что хотел сказать-то? У меня радостная новость. По крайней мере, не знаю, как для вас, для меня радостная. У меня... На канале Рутюб, если ты вот смотришь, если ты смотришь канал Рутюб, ты молодец. Вот. У меня на канале почти 4000 подписчиков. И это будет здорово, если их станет 4. Хуй! Вот, если их станет 4, это будет замечательно, поэтому, кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. И будет мне весело, будет вам весело, будет всем весело, хорошо, приятно и так далее. Вот. А вот, если ты не знал, что у меня на Рутюбе почти уже 4000 подписчиков, ну ты зря. Это ты зря. Ой, бля, здорово. Да не плакай, это все ништяк, все нормально. Все пучком. Сейчас мы тут всех одолеем, всех перережем. А вот. Так, с ним можно поговорить. Что такое, говори? Я увидела стаю птиц в небе и пошла посмотреть, от чего они кружат. Место, в которое я пришла, было удивительно красивым. Я любовалась им, позабыв о времени. Сейчас всем нам нужно душевное спокойствие. Во время войны самураям следует приходить в такие места и сочинять хокку. Я слышала, что искусство хокку готовит разум и тело для битвы. Это правда, господин? Да, но для того, чтобы видеть красоту поэзии, не обязательно быть воином. Так, и чё? Так, а я когда здесь его убил? Вы его сами убили? Я что-то запутался. А, я здесь был. Так, погоди, а как я здесь оказался? Тут я был? Тут я был. Короче, я запутался. Я запутался, где я был, где я не был. Давай, Сора, погнали. Так, а, вот здесь я был, да, вот здесь я перерезал. Да иди ж ты, чё ты там? Я сам бог молнии, грома и... прочее. Бля, погодка, конечно, красивая здесь, чё, ничего не сказать. Прям сделано мощно. Бля, птичка, серьезно. Так, птичка куда? Ой, какое поле. Стол чести. Блям! Почему не сделали, чтобы он здесь слазил? А что за стол чести? Так, тьма Генбу. Для вантилей, которые держатся в тени. Кто такой Вантилей? А, это чисто раскраска. Вантилей. Ну, я типа не держусь по... Ой. У меня белый стоит Вантилей. Так. Молодец. Так, вот, собственно, застава. Так, тут кого-то перерезали, гады.
Здорово, пацаны! Хотите? Здорово, пацаны! Пацаны, здорово, здорово! Так, дай-ка я что-то разучился. Да хорош тебе! Я же, блядь... Не, ну серьезно. Да дурачок ты! Да я, блядь, тут нажимал! Тушу! Опять тушу. А где Даша? Какая тушу? Бля, два жирных. Минус один. Как тебе? Как тебе такое? Чё-то, слушай, опять не получается и все. Так. Прям сюда! Вообще не получается. Но я типа уже здесь. Хороший мальчик. Я скорее прям не сюда! Понимаю, что такое. Стоит вот только заболеть и все. И... Ты ничего не помнишь. Ой, точнее, все, и ничего не получается. Так погоди, это реально то место, где мы скакали вниз? А, она там высоко. Рубит всех. Это что сейчас было? Да блять! Ты чё, мразь? Благодарю за помощь. Да не за что, я чё-то... Я чё хотел сделать? Я хотел... Ты чё с бомжами не справилась? Это же бомжи. Ну чё там? Рассказывай. Рассказывай, госпожа Масаку. Что вы здесь делаете, Масаку? Ищу своих родных. Мужа я уже нашла. Осталось найти сыновей. Они погибли, как воины, защищая дом. Ты видел, где это произошло? Нет. Кругом творился хаос. Я едва успевал следить за дядей. Давайте искать вместе. Покой матери. Ну не надо вот это сейчас, не надо. Бля, реально, кто... Здесь на берегу я еще не искала. Кто меня сбил вообще? Кто посмел? Я, блин, на ходу должен был им бошки оторвать. Припасы. Мне липучку надо. Бомбу. У тебя типа синие знамена, а у нас какие были? Смотри, вон там. Он из ваших воинов? Да. И он один. Думаешь, бежал от боя? Когда ваш муж пал, весь клан Адати ринулся в бой, чтобы отомстить. Никто не отступился. Отрадно, что они остались верны до конца. Скажи, если еще увидишь наши знамена. Хорошо. Ну только глупо. Так, ну нам явно не сюда. Дин, сюда. Да иду. А где она? Тогда мы пойдем в этом же направлении. Так,
Так, бляха, подножка уехала. Сейчас, секунду. Вот так, вообще, вообще замечательно. Так, ну флаг-то ваш, вот он. Знамя Кикути. Я не узнаю его. Муж моей сестры сражался за Кикути. Ваш Шурин может быть неподалеку. Поищем его? Сейчас мне нужно отыскать сыновей. А я что-то вообще не помню, чтобы здесь были синие, красные, зеленые. Они все, по-моему, были красные. Одно из наших знамен. Мой конь. Твой конь. Я тогда тоже чуть не погиб. Что произошло? Меня спас дядя. Мы отплатим ему тем же. Важно лишь то, что ты выстоял. Блях, мы столько играем, столько времени прошло, да? А такое ощущение, как здесь все, как будто, блядь, вчера это было. Вы серьезно, что ли? Алло, разработчики. Я столько народу перебил, я элементарно... Да, блин, сколько дней и ночей было. Кто он? Масанори. Он был совсем юн, но его отец стар для сражений. Так что он пошел вместо отца. Не только храбрый воин, но и верный сын. Да. Но где мои сыновья? То есть, как бы, все равно игра-то сколько суток прошло. Они бы давно бы здесь уже... Воин Нагао. Лучники Нагао убили многих монголов. В мастерстве им не было равных. Если бы сенсей Сикава был с ними... Знамя твоего дяди. Когда в бою я увидел эти символы на павшем воине, то испугался, что это мой дядя. Только глупец не боится смерти. Вверх по скалам. Наши знамена. Сидит. Удзикага. Близкий друг моих сыновей. Он бы их не бросил. Значит, они рядом. Сюда. Бросили своих мертвых гнить. Как негодную вещь. Нет. Ёптить, за что? Повешали ты их. Сигисату Ясунари! Как скот повесили. Давайте их снимем. Они должны быть рядом с семьей. Лежать вместе с женами и детьми. Добираться в Ряке сейчас опасно. Нет ли здесь важного для них места, где их можно похоронить? На маяке. Там они играли в детстве. Но маяк захвачен монголами. Да сплюнуть. Мы его отобьем. Конечно, всех порежем сейчас. Маяк в той стороне. На мелкую капусту. Так, что, сняли? Ага, окей. Маяк в той стороне. Ну, пошли. Где маяк? Здрасте. Не понял. Они всегда любили там лазить. Если где-то пропадали вечером, я знала, что они там. Смотрят на звезды. Вы были хорошей матерью. Раньше и я так думал. В смысле, они убили мою лошадь, что ли? А я жива. И я подвела их, как никто. Когда умерла матушка, я думал так же, что я ее подвел. Но ты был совсем мал, а она хворала. Ссора, ты где была? Ничего не мог сделать. Может и так. Но утешение слабое. Я знаю. Быстрее, Сора! Вот, то есть уже закат, сейчас ночь будет. А тут реально показ, как будто битва была вчера. Вы чё?
такого не может, в принципе, быть. Они бы уже давно сгнили. Чё, бля, происходит? Маяк, захваченный монголами. Ну такой себе монгол. Вон они! Монгольские псы! Кто ваш лучший воин? Давай-ка я это, ну... Попробуй-ка все-таки. Ну, блядь, деревья, спасибо, блядь. Ни хрена не вижу. Да в смысле? А! У меня же двойная, блядь, это. Сейчас я вот эту Дашу убил. Так это, бля, какие монголы-то? Ты чё, бля? На бабушку нападаешь. Будьте наготове! Может их больше! Поднимаются на холм! В траве! Смотрите! Они упорны! Вот это я отбил сейчас! И где эта тварь? Бля, у меня жизнь ухала. Ха-ха, тебе ху, блядь. Трухну, блядь. Ху такой мне, блин, пиночек. И у тебя прям в сосочек. Так, еще какая-то стойка, да? Так, эффективно против тяжелых воинов. Стойка луны. Окей. Ну это чисто сильный уже, да? Типа такой бэш, бэш, дж. Ясно. Больше никого нет. Вроде это все. И мне банки названивают. Так, погоди, а как там стойка-то менялась? Стойка луны. О, нифига себе. Ты чё давай? На! Ну он типа замах у него большой. Так, ладно, попробуем. Правда, нелепо как-то меч держит. Значит, пора. Теперь принесем моих сыновей. Я запрещала им там ночевать. Даже когда они подросли. Всегда звала их домой. К
Когда умерла мать, я больше всего скучал о голосе, что зовет домой. Утешься тем, что она обрела покой. И они тоже. Когда отправишься спасать господина Симуру, дай знать. Ты помог мне, значит, я помогу тебе. Но сейчас я хотела бы побыть с сыновьями. Понимаю. Берегите себя, Масако. Чего так мало дают вообще опыта-то? Так, оберег счастливое обретение. У кого-то горе, у кого-то счастливое приобретение. Малый оберег. Способность, которая расходует решимость вероятностью. Ясно, ясно. Так, а где маяк-то? Пойдем облутаем. Пойдем облутаем. Бля, ну мне серьезно. Хуй. А как там назад удар, удар? Так. Назад удар, удар. Ясно. Ладно, попробуем, не ссы. Но ты все равно по-дурацки бежишь. Так, и что сказать, тут ничего нету, не хочу туда лезти. Да бляха, че, куда камера-то девалась? Да бляха! Лезь давай! А че, не лезешь-то? В смысле, ты что, дурачок? Да прекрати! Туда еще ползти и ползти. Так, ну не зря. Тис, мне бы шелк, на самом деле. Мне шелка не хватает на броню и все, и было бы вообще в ажуре. Кстати, его, походу, можно было купить у торговца. Бля, ничего нет, да? Не понял. А нахрена зажигать эти штуки? В смысле, их надо было зажигать. Герой Цусимы. Максимальный запас здоровья увеличен. Так, выберите новое орудие призрака. Колокольчик? Чё это? Что, брось колокольчик и отвлечь внимание врага. Блять, колокольчик, серьёзно? Эти колокольчики пригодятся. Стража может пойти проверять, откуда звук. И нахрена? Я не понимаю. Какой нахуй колокольчик? Я по стелсу не иду. А можно здесь быстро спуститься? Только вот неохота. Бляха, нельзя, да? Не, а серьезно, мне никто не говорил, что надо эти штуки зажигать. Я где-то сколько башен таких видел. Не, ну вы, конечно... О, тихо, ссора. Да иди ж ты на молнии, чё так громко-то? Так, ладно, смотрим. Так, чуть не понял. А как я не зачистил-то? Вы чё, издеваетесь, что ли? Кого я там не зачистил? Блять, бред, я же, блин, специально смотрел. Я же убил там генерала или кого там. Чё-то я не понял. Не, ну это вы сейчас реально издеваетесь. Такого в принципе не должно быть. Сора! Убейте монголов. Так а где они? Ну, кто первый? Вы что, издеваетесь опять, что ли? Эльдей, ощеглядь! Самурай! Серия противоборств.
после высшей победы в противоборстве на вас нападут другие враги. Дождитесь, пока враг оружие, и только тогда атакуйте. Бля, ну это бред, их искать надо. Где я их должен найти? Бля, ну вы серьезно издеваетесь, да? Зачистите, убейте монголов. Я только что здесь был, здесь никого не было. Вы что, издеваетесь? Да уж. Блин, ну прикольно, но не знаю. Чисто только пинком. А, я вот эту штуку не попробовал. Ладно, попробуем. Так, значит, все, да? Окей, освободили. Круто. Круто, деревня освобождена. Так, дальше. Что у нас по плану? У нас есть Зверолов, можно к нему туда сходить и посмотреть, что он предлагает. Потом, у меня нету. Давай, короче, ладно, сюда. Посмотрим, глянем, что у него есть, и потом дальше. Так, тебя еще искать надо, да? Я к вашим услугам, господин. Зверолов. Что ты можешь мне предложить? Увеличенный боезапас. Это что? Стрела. Тяжелая стрела, взрывная стрела, колокольчик. Бомба с порохом. Окей. Унай, бомба липучка. Так, шкура хищника. У меня 29. И что еще? Боезапас. Это как это понять? Бамбук. Тис. Стрела, тяжелая стрела. А, я могу у него покупать. Ясно. Да, бомба липучка. Товар достойный самурая. Да. Мне бомба липучка нравится, в принципе. Простите. Но этого мало. Ясно. Не ссы тогда. Так а чё у вас все равно горит-то? Чё у тебя улучшено-то? Колокольчик. Да нахер мне этот колокольчик сдался? Да, прощай. Так, давай-ка сюда телепортнемся. Посмотрим. Ну там недостаточно мне на броню. Я не понял, где этот, кстати. Бля, куда это? Не сюда. Сорян, не сюда. Мне вот сюда. Мне нужно... Да не сюда. Вот сюда. Посмотреть, сколько шелка. Потом телепортнуться, где Юна. Тогда и там. Бляха, у нас еще легенда висит. Здесь, кстати, птица. Она куда-то зовет постоянно. Смотри. Где она? Она только что здесь была. Вот она, ага.
останутся, когда захватят всю эту силу. Нам повезло. Ты мне показываешь бронник? Серьезно? Я работаю с любыми доспехами. Для такой работы нужно больше. Ну мне два шелка не хватает, блять, где взять этот шелк? Да я понимаю, блин. Так, легенда висит, короче. И пока больше ничего не вижу. Шелк здесь был по-любому. Почему я не могу телепортнуться? А, блядь. А, блядь. Бляха, серьезно, два шелка. Ну, где-то я видел шелк, кто-то продает. Так, где это я? Так, это кузня сразу, да? Погоди, мне не на кузню. Так, торговец здесь. Господин, не нужно ли чего? Нет, не те у тебя. Да где эта птица? Ага, куда? Могу я помочь, господин? Нет, куда ты меня ведешь? И где ты? Так я здесь так и не понял, с чем ты меня сюда ведешь. Так, ну тут что-то появляются припасы. Так, вот этот чувак, походу. Хотя это тот же зверолов. Работаю с металлом, деревом и тканью. Золото. Купить за 300 чего? Ресурсов? Катану. А, ну он чисто по железу. Блять, а где чисто который по шелку-то, по всякому вот этому? Смотри-ка, реально железо сталь этот берет. Так это получается зверолом. А тут что продавал, блять? Ясно, они, короче, есть, но... Спасибо. Они как это есть, но... Вопрос, кто из них кто? Ну давай к этому сходим, сейчас быстренько пробежимся. Будем делиться. Все с голоду помрем. Я к вашим услугам, господин. Мышка не этого. Вот этот полотно кожи, блять. Полотно и кожа у него. Окей, не тот. Так, где еще? Блять, тут еще и деревня, да? Вот еще один. То есть каждый из них, получается, разный товар, блядь, продает. Вы серьезно? Говорят, один человек знает, как сбежать с острова. Сюда. Взгляните на товары, господин. Ну, типа полотно и шелк, типа что, никто не продает? Вы сейчас издеваетесь, да, специально надо мной? Да уберись, ты. Так, ну получается, да. Ладно, этого еще проверяем и все. Там еще в этом был. Где, блядь? Говорят, перед вторжением монголы сражались. Господин, не нужно ли чего? Нет, не нужно. Взгляните на товары. Короче, ясно, шелка нету, да? Но я тогда не знаю, то есть мне нужен шелк, а я его купить нигде не могу, в принципе. Значит, это плохо. Это очень плохо. Ладно, сюда тогда и погнали. Бля, уже время, блин.
Ладно, мы еще 10 минуточек можем. Это неправильно, это нечестно. Металлом, деревом и тканью. Ну у тебя бамбук, да, Итис, все. То есть ты по дереву. Камня у тебя нет, шелка у вас ни у кого нет. Это тоже неправильно. Бля, у меня же еще вон побочка. Они ходили по ветрам. И ходили на Манхэттен туда-сюда. И вот здесь еще не открыто у меня. Ланинга. Бляха, серьезно, не знаю. Погнали тогда 10 минут, успеем вот сюда. А может и не успеем. Сделаем, короче, вот сюда. И вот сюда телепортнемся. Быстренько добежим, посмотрим, что там за призраки. Сюда! Давай, догонишь 40. Чё ты такая? Чё там за призраки? Призраки на холме. Ну, сразимся! Что я вижу в твоих глазах? Страх? Ты чё, дурачок? Дурилка, блядь. Чё это? Они что-то несли? Припасы. Ну я так понимаю, этот стиль типа самый мощный должен быть, да? Раз он открылся. Бля, реально плохо, что шелка-то нет. Два шелка, я хрен его знает где, но это где-то в домах либо в монголах. Чё, где эти призраки? Я не доскакал. Так, бляха, птица опять. И там птица. А чё столько много птиц? Погодите, не дают мне. Господин, уходите! Здесь обитают духи самураи. А ты кто? Бля, там вопрос. Они жаждут мести. Там еще одна птица. Что за чепуха? Нет, это правда. Раньше здесь было спокойно. А теперь всякий, кто заходит в лес, не возвращается. Идет война. Люди часто пропадают. Но этого леса сторонятся даже монголы. Подождите до заката, господин. Ночью здесь разгуливает смерть. Да. Шо потом. Или помните было? Шо в нем. Сегодня я покончу с байками о кровожадных духах. Надеюсь, что так, господин. Поищите в лесу. Бля, здесь просто темно, нахрен ни хрена не видать. Здесь кто-то жил. Да где он, блядь? Заброшено. Список дел. Легенда леса Ягата.
голоса. Смотритель услышал ночью странные звуки и потом пропал. Блин, там вопрос и тут вопрос. Птица летает, но я ее не вижу. И как я должен в этой темноте? Лиса, погоди, пока не до тебя. Да я понимаю, я тут... Да блин, он здесь нас дом показывает. Там прям это... Нас холм. Не, ну задание, конечно, такое себе. Ой, как я не могу, не понимаю, вот это вот тоже маленько. Сходи в лес, метку бы дали, блядь. Я откуда, блядь, пасу, где что искать, исследовать? Вот я здесь стою. Рубили хорошим клинком, но очень неумело. Труп. Не все байки лживы. И? По сверчкам идти? Нет. Блять, тогда я не понимаю. Жалко, чутья нет. Не, ну так долго можно ходить без метки-то? Костер. Значит, там люди. Улица разбитых фонарей. Случилось недавно. Убийца где-то рядом. Кто-то побежал сюда. Блин, ты издеваешься? Так, где растения мигали? Алло, Тис. А ты чё перестал мигать-то? Бля, так нечестно, они перестали мигать. Это сделали, чтобы пугать людей. Чё сделали? Чё это? Какие-то зомби. Кого ты там рубить собрался? О. А ну же хотят убить меня. Пригнись!
защити меня, Будда! В лесу безопасно. Блять, его можно было отпустить. Надо подарить человеку у дороги новую байку. О, шелк, 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 шелк. Блять, шелк самый такой. Санта Сакая. Типа на меч облучение могу прокачать. Бля, реально шелк-то жалко. Блин, я его типа мог отпустить, да, но я его зарезал. Так, где этот? А я этого чувака не заметил. Главное, туман сразу рассеялся. Бля, ну мирных убивать и какие-то сказки придумывать. Это подлое дело. И шелк зажали. Еще один шелк. Кто-то кричал на помощь? Чё, кто кричал на помощь? Не понимаю. Кто-то, блядь, кричит, а кто? Там орут. Только хрен пойми, где, блядь, далеко что-то. Че это было? Там реально кто-то орёт. Говорю, кто-то орёт, блядь. Ты слышишь, Даша? Да ну идите вы на! Я чё виноват, что здесь какие-то эти? Конечно, не туда пошел. В лесу безопасно. Пора подарить человеку у дороги новую байку. Да ладно, все, я понял, что там где-то это. А, вы еще и припасы мне скинули. Вы че, обалдели? Все, ладно, завершаем. Не, ну а я что, я виноват, что ли? Я услышал, что там кричат. Нужна помощь. Там, блядь, лагерь внезапно. Надо бы, блядь, запомнить, но я же не запомню нифига. Что здесь где-то лагерь, блядь. А еще, по-моему, мне меньше бабок дали сейчас чего-то. Ресурсов, точнее. Как же до него далеко-то. И главное, лошадь не дают.
Господин, вы пережили ночь. Ага. Для тебя Перевел. Есть новая история. Однажды жестокие разбойники поселились в священном лесу. Они разгневали души самураев, которые защищали эти земли. Последний воин клана Сакай услышал их печальные стоны. Он избавил лес от призраков, а духи павших самураев были ему благодарны. Славная история. Выходит, духи самураев призвали вас сюда, чтобы вы спасли лес? Оберег. Так, малый оберег бойца с вероятностью 5%. Двойной урон. Да, я понял, что доступно. Мне сейчас вот сюда надо. И все, и заканчивать. Или хотя, ладно, давайте закончим. Все равно здесь остановимся. Потом тогда уже в следующий раз начнем. И продолжим сразу с лесы. Ну, прикольно, атмосферно сделано, но, бляха, нихера не видать. А так, конечно, блин, здесь вот эта вот атмосфера, вся вот эта вот графика прям, ну, шикарно. Ладненько, и так задержались 57 минут, надо было все покороче делать, нынче по 40 минут хотя бы прохождение, потом объясню, кто не знает почему. Вот, а на сегодня спасибо всем, кто смотрел, ставьте лайки, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал, на паблик. Всем пока. Пока.